в таком возрасте их лучше уже не собирать. Ну, так почему? Вот. Обращать внимание надо не на колечко на ножке, потому что у галерины ядовитая она тоже есть, а на ножку, на которой характерные чешуйки мелкие. У них очень приятный грибной запах, можешь понюхать. У галерины ножка покрыта шелковистым белым налетом, либо поисками. Хотя бы в основании ножки она беловатая, у опенка такого нету. И запах у галерины либо не выражен, либо неприятный. А на это тоже не стоит ориентироваться, галерина может быть похожа сверху совершенно. А здесь вообще галерина есть? Нет, нет, к сожалению. В прошлый раз были, показывали рядом. Да, а можете тоже посмотреть? Миленькие-миленькие такие, видите?